В администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное оперативное совещание. Начальники управлений представили отчеты о проделанной работе. В управление жилищно-коммунального хозяйства поступило 6434 обращения. Большая часть вопросов связана с теплоснабжением. Сегодня в округе работают все котельные. Да, поступают обращения. Уважаемые жители, есть завоздушки стояков отопления. Оперативно решается данный вопрос с слесарями управляющих компаний. Выходим, все обращения закрываем. Плановые работы ведутся и на дорогах. Уборка остановок и проезжей части, очистка ур, напиловка аварийных и сухостойных деревьев на Егорьевском шоссе. С 13 по 20 сентября задействовали 34 единицы спецтехники. Хорошая новость. Удалось включить в доп-план Егорьевское шоссе со 2 по 5 километр. С четверг собственными силами приступаем к ее ремонту. Оперативное совещание завершили на торжественной ноте. Заместителям главы городского округа Михаилу Криворучко и Андрею Сырову вручили ведомственные медали от Люберецкого подразделения Росгвардии. Айтат Шчирагова, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.